Ничего так, квартира. О, чмоки-чмоки. Ого, какая любовь. Становится горячо. Итак, у меня для тебя... Томас. Секс. Смотри, не наступи на стекло. Случайно бутылку разбил. Давай откупорим кое-что годное. Надень презерватив. «Вуайеристы» – качественный триллер, который точно понравится любителям жанра. Переехав в квартиру своей мечты, Пипа и Томас замечают, что их окна выходят прямо на квартиру напротив, невольно приглашая их стать свидетелями изменчивых отношений привлекательной пары соседей. Но опрометчивая попытка анонимного вмешательства в чужую жизнь запускает цепь событий, неизбежно ведущих к фатальной катастрофе. Шикарный эротический триллер, который точно пощекочет вам нервы. Рейтинг зрителей у него реально занижен, вместо 6 я бы поставил уверенную 8. Обсуждаемая тема фильма крайне занимательна. Стоит ли лезть в чужие дела? Актуально для современности, когда люди часто суют нос куда не надо, не осознавая последствий. Если до просмотра у вас не было определенного мнения по этому поводу, то фильм наверняка удивит вас и поможет его сформировать. Он дает ясный и исчерпывающий ответ. Сюжет держит в напряжении на протяжении всего фильма. Стоит только привыкнуть к умеренному темпу, как он уже делает новый неожиданный поворот. Игра актеров на высоте, проникаешься их чувствами и представляешь себя на их месте. Актерский состав справился отлично. Сидни Суини, играющая главную героиню, прекрасная привлекательная актриса, обладающая приятным лицом и идеальным телом. Уверен, в моментах с ней вы будете ставить фильмы на паузу, чтобы как следует ею полюбоваться. Фильм обязателен к просмотру, гарантирую, что равнодушным вы не останетесь. Ставь лайк, а то разлюблю.